Что мы с вами посмотрим, это PES 2015 Pro Evolution Soccer или в простонародье футбик от Konami, от злосчастных японцев. Нет, не злосчастных, а наших любимых япончиков, которые радуют нас чудесными игрушечками. Мы выбираем футбольный клуб Барселоны против Баварии Мюнхен. Для меня лично PES отличался от FIFA более точным передачей физики мяча, более разнообразными движениями самих игроков и более плавной передачей этих движений. Посмотрим, что изменилось за последние 10 лет. Ведь именно 10 лет назад я последний раз играл в этот самый PES еще на первый PlayStation. Начало так себе. Стадион скандирует «Спартак». Спартак чемпион. Хотя Спартак здесь не играет ни разу. Ну, ты парень, почему ты смотришь на мяч, не бежишь и не хватаешь его? Я не очень понимаю. А вот противник ведет себя достойнее гораздо. А, ну как же ты что же ты творишь? Такая дрянь. Ну, это просто смешно. Просто смешно. Защитники разбежались в разные стороны, дав пробить ему прямой поворотом. Он воспользовался этим моментом и забил нам гол. Вратарь также сработал нечетко. Он же прекрасно понимал, что больше как в этот угол ему бить некуда. Ведь слева был защитник. Это глупо. Я даже повтор смотреть не буду. Нужно отыгрываться. Повторы смотреть некогда. Так, тут же теряет мяч. Тут же теряет. Буквально сразу же. Почему он не бежит вперед? Почему он не бежит вперед? Отнимай! Ну, ё-моё! Чётко сыграл! Класс! Хе-хе-хе-хей! Обожаю подкаты! Что ты делаешь, Шала? Ну кому ж ты поздавала? Ага, ты еще гол забей. Попытка неплохая, но не увенчалась успехом. Гол! Ура! 1-1! Да, детка! Неймар пустил, Неймар проиграл, ла-ла-ла-ла. Я очень счастлив и доволен. А если затронуть тему графики, то графика в этой игре меня, если честно, разочаровывает. Да и поведение искусственного интеллекта, если честно, тоже. Полное управление вашими игроками передают именно ваши руки, и компьютер за вас додумывает совершенно чуть-чуть. В то время как искусственный интеллект противника ведет себя довольно своеобразным образом. Персонажи порой крутятся совершенно непредсказуемыми образами. Ну, просто люди так себя не ведут. Тен-тен-тен-тен-тен. Смотрим этот красивейший гол. Смотрите, как он удивился. Нет, это надо видеть. Смотри. Оп! Он такой, о! Чё за фигня, чё за фигня, чё за фигня? Оп! И отличный гол вошел. Так, ну главное сейчас не расслабляться, главное дотащить до конца.
Осталось 5 минут, мы как-нибудь, я надеюсь, выживем. О, вратарь был вообще вне зоны. Может, еще один? Давай, давай. Ну, как же так получилось? Надо было убивать тебя. Убивать тебя надо было. Не успел. И уже не успею. Как бы они не успели сейчас. Еее, красную карточку давай. Давай красную карточку, желтую. Ну, и красная вслед за ней. Отлично. Круто, ништяком. Тебе повезло, парень. Стенка. 90-я минута. Выше балки. Выше балки. Выше штанги. Или не штанги. Ну, вы поняли. В общем, не туда, куда хотелось. И матч закончился дружественной ничьей. Так выглядел Pro Evolution Soccer 2015 года. Доступен, по-моему, на всех платформах. Но я, играли мы с вами на PlayStation 4. Теперь взглянем на FIFA 15. Что нам предоставят? Я хочу играть, я хочу играть. За кого же я хочу играть? Неужели снова Барселона? Давайте поиграем за Челси против... Ну тут небольшой. Против Ливерпуля. Так, все, погнали. Выходим на поле. И мы выходим на поле под эпическую музыку и комментарии комментаторов. Чем отличается, собственно, FIFA от Pro Evolution Soccer? Тем, что комментаторы не дают вам соскучиться во время проведения матча. Они все комментируют. Но, естественно, на русский это никто никогда не переведет. Нет, когда-нибудь, может быть, когда мы завладеем миром, тогда, может быть, они и переведут. Ну, что я могу сказать? Здесь упор сделан на мимику персонажей, что в футболе совершенно не обязательно. Однако, вот, как мы видим, толпа ведет себя однообразно и серо. Так, мы начинаем наш первый матч. Я лично для себя пока не вижу отличий. Ну что ж такое? Они сбили меня с ног практически. Ты еще давай сейчас замути что-нибудь. Эх! А ведь могло все получиться. Не, ну смотрите, блин. Ты чё к нему приклеился, что ли? К этому мячу. Пошел. Куда же ты? 1-1 вышел. Так удачно. И не смог завершить, говорит нам комментатор, не смог завершить это движение, а ведь все было возможно, черт его дери. Но ничего. Мы еще проявим себя. Я надеюсь. Главное не сглазить. Ну, парни в красном. Хватит прессовать наших ребят. Опс. Это карточка. Это желтая карточка. Не обсуждается. А время тем временем... время-то продолжает тикать. С бешеной скоростью. Ну, я почти попал. Вот в повторах FIFA выглядит гораздо интереснее за счет прорисовки зубов, я думаю. И движения губ, естественно. В этом плане PES не интересен. Но на самом деле отличие между 14 и 15 минимально, если вообще их можно заметить. Не зря на обложке изображен Месси, как в 14, так и в 15 FIFA. Разработчик как бы намекает, что работы было произведено минимум, и отличия вы вряд ли найдете. Не хватает, что ли, буйства красок и... Буйства красок.
игры света. И движка Unreal Engine 4. А вот это... Неудачник, ты в пустые ворота не попал. Он слишком торопился. Ох, мой шоколадный друг. Поздно сожалеть. А, я ж забыл, ёла. Да как же так-то, ёла? Я не на ту кнопку спринтовал все это время. Я поиграл просто в Pro Evolution Soccer и путаю кнопку теперь. Не, ну так можно было бы, надо было выйти просто. Да, он просто испугался мяча. Такое бывает. Эх! Ну, как же так тут, ты же мог? Пенальти. Отлично. Красная карточка. Мамаду Сако получил красную карточку на 45-й минуте. Главное сейчас пробить пенальти правильно. Я не помню, как их пробивать. Может, игра мне подскажет? Быть может, она мне подскажет. Там нужно же... Как-то нужно же... Я увел слишком далеко, черт, блин. Просто увел. Туда, куда не нужно было. Хоть и комментаторы надрывались, пытались нам рассказать вкратце, что произошло в первом тайме, но мы перейдем ко второй половине. Все, я всех пропустил, всех, кого мог. С ума сойти. Просто я в шоке. Ситуация, в принципе, повторилась. Да-да, радость. Смотрим. Защитник помешал мне выйти на него. Гол! Гол, детка. Отлично. Уже не так стыдно. Уже не так стыдно, уже лучше. Съели? А второй съедите. Так, мы травмировали ихнего парня. Ты будешь по краю играть? Черт! Черт. Продолжается замены бесконечные. Как так? С ума сойти, я в шоке. Что вы делаете, парни? Ну как так можно? Нельзя так подставляться. А вот сейчас бы пенальти-то опять бы как бы пробило. Быстренько погнали обратно. Еще быстрее. Гол! Отлично! На последних минутах мы также играем 2-2. Хотя он мог спасти. И даже почти спас.
Как же ты проскочил? Свисток был. 2-2. Ничья. Победила дружба. Так выглядел FIFA 15. Мы играли снова на PlayStation 4. Вышла она на всех платформах, опять же. С вами был Джейсон, канал Trumania Games. Ваш, какой футбол выбираете вы? Решать только вам. Всем удачи и пока. Это был канал Trumania Games. Игра от настоящих маньяков. Если ты настоящий геймер, если ты хочешь быть в курсе всех новинок игрового мира, если тебе интересно прохождение игр на YouTube, то подпишись на игровой канал Trumania Games и посети паблик TN Games. Самые быстрые прохождения, трейлеры и новости из мира игр. Trumania Games. Игры от настоящих маньяков.